и настоящее, мы сможем понять нашу историческую судьбу. Исторический процесс идет. Слушается дело о политической журналистике. От варварской интеллигенции Каткова до анатомии протеста НТВ. Слово господину Сванидзе. Газета Михаила Каткова «Московские ведомости» в свое время, лет полтораста назад, пользовалась большой по тем временам популярностью и позиционировалась как вполне независимая. При этом взгляды самого Михаила Никифоровича Каткова, человека, несомненно, очень крупного и одаренного, можно назвать мракобесными и губительными для страны. Но, конечно, это в значительной степени уравновешивается его несомненной блистательной издательской деятельностью. Он издавал, причем иногда первым издавал, Тургенева, Толстого, Лескова, Достоевского, совершенно, конечно, при этом не имея в виду, что они будут его в какой-то степени исторически оправдывать и уравновешивать, компенсировать его политические взгляды. Вот сегодняшний продукт телевизионный под названием «Анатомия протеста» откровенной серии «Кушать подано». Это подделка, этический и профессиональный уровень, который ничем не может быть ни скомпенсирован, ни оправдан. Слово господину Киселеву. Диалог с властью, которого все еще требует агрессивная часть нашей интеллигенции, на самом деле уже идет. Он идет в форме политической журналистики, полемики, которую отражает интернет, телевидение и печать. Мне представляется исключительно важным сегодня обсудить две простые вещи. Какова, собственно, цель дискуссии в политической журналистике? И что позволено, а что нет? А то нас приглашают к диалогу, а втягивают в войну на уничтожение. Нам говорят о дискуссии, а топят в боях без правил. Конечно, у России все имеет свои национальные особенности. Не только рыбалка, не только охота, но и политическая журналистика. Вот и обсудим. Телезрители могут проголосовать за ту точку зрения, которая им ближе. В 1878 году вышла статья «Взорвавшая русское общество». Ее автор, известный издатель и журналист Михаил Катков, обозвал российскую либеральную интеллигенцию варварской. Главным признаком этого варварства, по его мнению, была ее иностранная ориентация. Катков писал, что ни в одной европейской стране интеллигенция не жертвует национальными интересами в пользу чужого государства. И только наши либералы требуют, чтобы мы с религиозным трепетом и благоговением приносили самое дорогое для нас в жертву нашим врагам. В либеральной среде статью Каткова назвали реакционной и клеветнической. В 2012 году вышел документальный фильм «Анатомия протеста», вызвавший огромный резонанс в обществе. Его авторы, журналисты НТВ, утверждали, либеральная оппозиция связана с Западом и, используя грязные методы, действует в интересах врагов России. Фильм породил огромную волну протеста. На митинге у Останкина лидеры оппозиции заявили, что фильм клеветнический и его производство оплачено властью. Так кто прав в вечном российском споре патриотов и либералов? Николай Сванидзе утверждает, Катков – имя громкое. Публицист, первым в России сделавший легальную газету фактором политического влияния. Кроме того, в истории остался как безусловный сторонник самодержавия и империалист. Во всяком недовольстве видел происки Запада. Русскую либеральную интеллигенцию считал пятой колонной Запада. Отражал и усиливал эти настроения в обществе. В критике своих оппонентов прибегал к прямой лжи и не скрывал этого. Нынешний фильм «Анатомия протеста» доставил бы Каткову профессиональное удовольствие, потому что лишний раз подтвердил бы, что дело его живет. По мнению Дмитрия Киселева, издатель Достоевского, Толстого и Тургенева, блестящий публицист Михаил Никифорович Катков в нашей истории незаслуженно забыт. А до этого его оклеветали, облили дегтем и извалили в перьях.
В 19 веке этим занимались наши либерал-террористы. В 20-м – советская пропаганда. В 21-м – те, кто устраивает свинарник в интернете, на телевидении, в стране. Как честный человек Михаил Катков был бы очень опечален не только самим фильмом «Анатомия протеста», но и нежеланием либералов посмотреться в зеркало, упавшее в их же грязную лужу. Слово господину Сванидзе. В своем вступительном слове мой оппонент сказал: диалог с властью, которого требует агрессивная часть интеллигенции. Все еще. Вот это смысл наших расхождений. Недобитые. Требовать диалога с властью – это признак агрессии. Вот возвратимся к Михаилу Никифоровичу Каткову. Он всегда шел в ногу со временем. В начале долгое время Михаил Никифорович был борцом и несгибаемым борцом с цензурой. Был категорически против всякого вида вмешательства государства в дела прессы. И надо сказать, что время работало на него. После воцарения Александра II, будущего освободителя, в России была оттепель. И начало 60-х годов известно как оттепель 19 века. Вот это слово, понятие, которое нам известно по нашему послесталинскому периоду, оно вошло в наш быт именно в своем политическом значении, в русский быт, именно в 60-е годы 19 века. И тогда зашла речь о реформах. Реформы состоялись, великие реформы. А потом грянуло польское восстание 1863 года. Польша тогда была частью царской империи. И Катков будто вдруг стал сразу другим человеком. Из вчерашнего, совсем недавнего западника, англомана, он стал категорическим, жестким сторонником закручивания всех и всяческих гаек. Он стал большим патриотом, чем сам государь-император. Он везде видел крамолу. Он искал и везде видел польскую угрозу, а за ней западную угрозу. И вот здесь, надо сказать, Катков вошел в резонанс с настроениями усиливающихся антипольских и националистических настроений в нашем обществе и с настроениями властного официоза, несомненно. Катков был человек без комплексов. Он в своей работе журналистской легко прибегает и к прямым фальсификациям, и к клевете. Тульский генерал-губернатор жалуется министру внутренних дел Валуеву, что информация в московских ведомостях катковских о том, что сбегают польские крестьяне, о том, что зарублена русская девочка, это чистая выдумка и ложь, рядом не лежала. Катков говорит: да, правильно, врал. Но зачем врал? Врал в благих целях. Катков-то называет благонамеренными искажениями, то есть теми искажениями и фальсификациями, которые отвечают интересам высшей государственной власти. Вот антипольские и в целом антизападные настроения Михаила Каткова со временем перерастают в дикую, лютую ненависть к русской либеральной интеллигенции, которую он обвиняет в антизападничестве. Вообще, надо сказать, что всякое мнение, отличное от мнения самого Каткова, он воспринимал как опасное для государства, для государя и заслуживающее преследование. В своей газете Катков исповедовал идеологию, связанную со знаменитой триадой николаевского министра просвещения Уварова: самодержавие, православие, народность. А в том, что касается здесь народности, сам Уваров объяснял: народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновению самодержавию. Вот Герцен называл это полицейским кнутовым патриотизмом. У меня вопрос к моим экспертам, в частности, к Андрею Леонидовичу Зорину, филологу, профессору Оксфордского университета, сыну знаменитого и любимого нашего драматурга Леонида Зорина, который нам известен, в частности, по «Покровским воротам», как автор пьесы «Покровские ворота». Андрей Леонидович, извините, вы специалист по литературной и общественной политической борьбе в России 19 века. Вот нет ли особой опасности в том, что такой яркий, одаренный, сильный человек, как Катков, обслуживает власть в ее самых консервативных желаниях, в то время, когда страна нуждается как раз не в консерватизме, а в быстром движении вперед, в реформах? Вы знаете, на мой взгляд, судьба Каткова была во многом трагической. Он пытался вдохнуть жизнь
идущий прахом распадающееся политическое устройство империи с помощью абсолютно некритически заимствованной в Германии философии единства Шеллинга позднего, которое он увидел, воплощение которого он увидел в России в мистическом союзе царя и народа. И ему приходилось, в сущности, все время колебаться с высочайшей линией. Он высказывал все противоположным образом не только о Западе, но и о тарифах, о торговых системах, о суде присяжных, о любом государственном институте. Он говорил прямо противоположные вещи на протяжении всей своей публицистической... В зависимости от позиции государя-императора. Да. При этом его обвиняли и в конъюнктурности, и в продажности. Но проблема была глубже. Он не боялся схватываться с довольно влиятельными сановниками, если он считал, что они не искажают высшую волю. Но он фанатически и маниакально считал, что всякая царская воля и всякое слово царя – это абсолютный закон, в который он должен верить и менять свою веру вот в соответствии с этими колебаниями официальной линии. И так он и умер, бедняга, от высочайшей выволочки, которая, если не стала причиной его смерти, то, во всяком случае, ускорила ее. Просто такой выдающийся человек умер, в сущности, смертью чеховского чиновника. И, в смысле, от чего умер, я не расслышал. Получив выволочку. Выволочку от государя императора Александра Третьего. Он вернулся в Москву и умер. Александр Третий сожалел. Значит, но... Есть здесь и второй момент. Катков все тоже не менее трагический, я думаю. Катков всю свою жизнь носил в душе идеал единства, народа как единого тела, организма и так далее. Но перенеся этот идеал на политические убеждения, на царя, на монарха, он вынужден был практически считать каждого человека, который не разделяет его убеждений, своим или прямым врагом, врагом страны, агентом Запада. И начав от единства, он в сущности пришел к идеологии ненависти и разделения, которую он проповедовал с невероятным пылом вот, на протяжении всей жизни. Спасибо, Андрей Владимирович. Прошу. Ну, целый ряд неточностей в выступлениях моих оппонентов. Первое, что все великие реформы, за исключением одной, освобождение крестьян, прошли после польского восстания, которое было в 63-м году, а не до. Это первое. Второе, что Катков умер от рака желудка, а не от выволочки императора. Ну, это уже очевидно, я не знаю, здесь есть медицинский диагноз, да? И третье. Откуда это, Коля, что Катков оправдывал ложь концептуально? Я привел пример. Какой? Много таких случаев. Какой? Не оправдывал ложь, а он сам лгал. Да, Он сам шел на фальсификацию. Источник есть? Источник есть? Полно источник. Да. Но я нашел этот источник, на который, как я предполагаю, Коля и ссылается. Это профессор Тартусского университета Павел Семенович Рейфман. Вот его цитата, откуда это берется. И вот он, это толкование. Останавливается Катков. Он написал книгу в интернете об истории цензуры российской, советской и постсоветской. И вот Павел Семенович пишет. Останавливается Катков и на вопросе о заведомой лжи, которая печатается в его газете. То есть в его газете, а не сам Катков. Это раз. Он не утверждает, что лжи нет. Это слова Рейфмана. А оправдывает такую ложь. Это слова Рейфмана. Благими целями. По его словам, цензура должна следить, чтобы не появлялась ложь неблагонамеренных искажений. То есть неблагонамеренные слова. Это единственные слова Каткова. Если же намерение благонамеренно, то стоит ли придавать важность случайной неверности того или другого из них? С чем вы не согласны? То есть Дим? Катков говорит о том, что Катков не лгал. Как это? Это была принципиальная позиция, пишет Рейфман, своего рода концепция, оправдывающая любую фальсификацию задачами укрепления благонамеренности. Да, мы имеем дело с толкованием толкований. Губернатор жаловался Валуеву, что ложь. Жаловался Валуев, был министром внутренних дел, который, как и сейчас, хотел, чтобы сообщения о неэффективности полиции цензурировались.
А Катков выступал против цензуры и говорил, что да, неэффективно. Вот и все. Поэтому никакой лжи, конечно же, Катков не оправдывал. И если бы это было, то он бы не вращался, так сказать, его бы ни Толстой, ни Достоевский, ни Тургенев просто не подавали ему руки. Тургенев, как человек православный, как человек православный, он не мог Лесков нарушать. Написал на него страшный некролог. Заповедь «не лжесвидетельствуй». Да? То есть никакой лжи, это навязанное знаете, толкование. Написать можно все, что угодно. Да. Что? Знаете, написать позвольте вот здесь. Я и говорю. Да, пожалуйста. Позвольте вступить. Катков ни разу не был. Поразительное, скажем так, проявление либерального сознания. Можно защитить ненавистного губернатора, если губернатор критикует того журналиста, с которым ты находишься в полемике. То есть губернатор, по-вашему, хороший, а нет, Катков не прав. Так, и кто с вашего позволения я продолжу губернатор берется в свидетели. Так, с Катков, вашего разрешения. Поверить. У Катков будет тяжелое отношение с вашего разрешения. Я продолжу оповед, который издавал писателей, которые создали смысл правды русского языка. Максим Леонидович, Максим, пересядьте, пожалуйста, на мое место. Максим, можно я продолжу? Можно я продолжу? Да, пожалуйста. Я готов даже на вас. Значит, это замечательно. Что вы затыкаете рот-то, люди? Это замечательная манера, полемическая. Катков Максим, просто оболганный человек. Не вы один. Знаете, Максим, нет, аплодируйте, ну, вы один. Пожалуйста, вы он не кончит никогда. Давайте, сказать, Николай, аплодируем просто. Быстро. Значит, да, яс. Он просто не закончил. Значит, это замечательно. Это замечательная манера. Затыкать меня. Вот, пожалуйста. Это либеральная позиция. Да, так да, ведут да, себя либералы. Сейчас Николай задаст. Можно я продолжу? Да, мне приятно, правда. Пожалуйста, да. Пожалуйста. Значит, это замечательная позиция полемическая. Инкриминировать оппонента, то, что он никогда не говорил. Я не хвалю Валуева. Затыкай. Я абсолютно равнодушен к Валуеву. Просто все признавали, что Катков врет и признает. Кто все-то? Кто все? Единственный источник толкования губернатора, который провинциального профессора. Да, восстание. Это что знает этот тульский губернатор о польском восстании? Второе. 2000 повешенных поляками. 2000 повешенных поляками. Мы будем вести себя так. Позвольте. Мы будем вести себя так. Сейчас очередь Николая Карловича задать вопросы своим. Ведущий сейчас мы... Слушаем. Мы без труда можем базар устроить. Нет, тоже. Не проблемы надо, нет. Не надо, давайте. Ну, да. Прошу вас, давайте. Мы значит, что касается смерти. Вы поспорили с профессором филологии, от чего он умер? Ну, конечно, он умер от онкологии. Но вы знаете, что в данном случае провоцирует обострение онкологических заболеваний? Вот именно то, о чем сказал Андрей Леонидович. Слушайте, ну это психосоматика. Итак, я готов хорошо, к этому да. разговору, да, а пожалуйста. Значит, специалист по анатомии, Дим. Да, при чем? Продолжаем. Итак, вопрос к Андрею Васильеву. Андрей Васильев, в данном случае я его представлю как продюсера проекта «Гражданин поэт». Андрей, я процитирую Каткова. Вот Катков восторженно писал о самодержавии. В России есть только одна воля, которая имеет право сказать «я закон», он царя имеет в виду. Перед ней миллионы преклоняются, как один человек. Она есть источник всякого права, всякой власти и всякого движения в государственной жизни. Она есть народная святыня. Конец цитаты. Все, кто не согласен с этим, враги Отечества. Вам не кажется, что с таким убеждением власть и значительная часть общества дожили до наших дней? Да, к сожалению, они действительно дожили. И, кстати, я не специалист, конечно, вот по публицистике 19 века, да и ненавижу публицистику 20 и 21, надо сказать. Но, может быть, кстати, в те времена, может быть, какая-то доля, ну, резона была у Каткова. Ну, такой был уклад, да, но это 150 лет назад. Может, там без этого... А без этого, кстати, вот начались всякие там эти большевики к власти пришли. Вообще поэтому страну уничтожили. Ну да, так что какой-то резон для тех времен был. Ну, алло, 150 лет прошло, ну, проехал. У нас даже президент уж на что уж ничего делать не умеет, научился пользоваться Твиттером. Ну, 21 век. А мы все сейчас цепляемся за какие-то установки там 150-летней давности и всерьез их пытаемся применить для наших... Ну, то, что мы-то ладно, мы люди безответственные, мы журналисты. А то, что действительно, скажем, люди от власти и люди близкие к власти пытаются эти дремучие, жуткие, устаревшие, мохнатые установки применить к сегодняшнему дню, и это действительно очень опасно. О. Спасибо. Ну, давай.
В цитате про ложь, да, которая, как оказалось, была фальсифицирована либералами. Нет, не оказалось. Оказалось. То, что вы говорите сейчас, это ложь. Шла речь как раз о польском восстании, да? Я хочу напомнить... Всякая цитата какого-то, которая вам не нравится, она оказывается фальсифицирована. Как происходило это восстание? Началось оно с попытки покушения на губернаторов, на представителей, собственно, федерального центра, как мы сейчас бы сказали, в Польше. Одного практически убили, второго ранили. Мы сейчас говорим об истории польского восстания? Да, конечно, потому Прошу что вас. Это же важно. Прошу. Русских людей в Польше того времени закидывали анонимками с угрозами. А когда началось это восстание, за полтора года было повешено 2000 русских человек. Каких-то жалких. 2000 человек. А, русских? Русских, конечно. Ну, да. Ну что дальше? Граждан империи. 2000 поляки вешали людей. Может, вы не в курсе? Русских. За то, что они были русские. На что Катков реагировал? Собственно, это была реакция. Это была реакция на жестокости, которые творили польские посольства. А эти мохнатые установки. Параллельно. Я хочу просто сказать, что не надо заниматься лжой. Вы сказать дадите? Я хочу согласиться с Андреем Леонидовичем, потому что, мне кажется, он дал достаточно глубокий анализ личности Каткова, с которым мне, на самом деле, хотелось бы во многом согласиться. Мне кажется, что примитивизация, Николай, которой вы занимаетесь, исходя из позиции Каткова, она просто... является общей тенденцией примитивизации русской жизни и русского характера. То, что господин Васильев говорит, ему плевать на то, как думают русские люди, как они мыслили, что они страдали по поводу того, как они мучились. Максимилиан, только вам. Он говорит, что журналисты... Максимилиан, только вам не плевать на то, что думают русские люди. Всем остальным плевать. Я цитирую то, что сказали. Да. Журналисты люди легкомысленные, им все позволено. Я так не считаю. Вам позволено все. Вы не журналист? Мы так не считаем. Да? Так, хорошо. Я продолжу тогда, с вашего позволения. Я продолжу. Николай Карлович, спасибо. Сейчас Николай Карлович продолжает опрашивать своих свидетелей. Нет, прошу прощения, ваше время, к сожалению. Вы сейчас занимаете... Мы вернемся к этому. У вас будет свое время. У меня вопрос к Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты». Еще одна цитата Михаила Николаевича Каткова, вероятно, которую я сейчас тоже сфальсифицирую. Итак, начинаю фальсифицировать. «Верноподданническая присяга есть единственная гарантия общественных прав, а внимание высших государственных сфер – голосу правоверных публицистов. Есть настоящая свобода печати. Все остальное – мираж на болоте». Вот с учетом нашего трагического... исторического опыта и наследия. Насколько, Дмитрий Андреевич, такая позиция опасна для страны, на ваш взгляд? Я скажу вот что. Наши оппоненты и действующие политики, и правящая партия выхватывает у Каткова то, что им действительно очень нужно и выгодно. В том числе тот тезис, который сказали вы. Я бы сказал больше. Разворачивание тезисов Каткова в современной политике как раз и приводит к митингам протестов, а в 20 веке привела еще и к революции. Я вам хочу сказать, что Михаил Никифорович Катков был яростным противником того, чтобы низшие слои могли получать образование. И именно закон о кухаркиных детях, который основывался на этих тезисах Каткова, привел к тому, что люди вышли в 1905 году громить Москву. Долго эта идея развивалась. Я процитирую вам замечательную фразу Михаила Никифоровича Каткова по памяти. «Не правосудие мы хотим», — это он к государю обращается, — «а слез любви». Отлично! Друзья, я хотел бы заметить, что слезы мы не так давно видели на Манежной площади. Насчет любви не знаю, это как вы ощутили, любви, да? Уже хотелось бы правосудия. И было бы правосудие, и были бы нормальные суды, можно было людям, не идя на улицы, доказывать и защищать свою точку зрения. Именно поэтому этот человек-монстр издает романы Лескова, романы Достоевского, которые полностью опровергают
все то, о чем нам сейчас о нем рассказывают. Именно благодаря этому якобы верноподданническому лакею, как нам пытаются его представить, мы вообще поняли, как чувствовали, трагически страдали русские люди 19 века. Он издал роман «Некуда» Лескова, за который Лескова, за который Лескова пинали. Обществу. Почему либералы обручились... Вы читали «Некролог» Лескова, да, Лескова, роман... Каткова или нет? Мне, я, не ответьте на вопрос. Я знаю реальность русской жизни 19 века. Я знаю ее трагичность. А вы не можете ответить на вопрос. Ответьте, если можно, на вопрос. Вы хотите свести все. Я не читал. А вы хотите все свести к простым... черному и белому. Если человек любил государя-императора, то он подонок. А если он не любит государя-императора, то он хороший. Почему же это подонок? То, что он любил императора, он Россию любил. Спасибо. И я хотел бы... Значит, государь-император и Россия – это не одно и то же. Но чтобы, ну, чтобы было понятно, сегодня, просто ответ Диме, веке, да, что... Насчет этого была дискуссия, вы да, знаете. Дмитрий Муратов, вы говорите, что присяга дает права. Вот чтобы было понятно, что имел в виду Катков. Он действительно требовал от русских быть активными гражданами. Фактически он требовал строительства и участия в строительстве гражданского общества. И вот что... Что он понимал под тем, чтобы быть активными гражданами? Да, что... Да, понимаю, указывал, что граждане, вот именно граждане, имеют говорил, что земство активные это России, граждане, принявшие присягу годы, да, на верность императору и России, имеют плохо. Более чем политические права. Они имеют политические обязанности. Вот что имел в виду Катков. После короткого перерыва мы продолжим исторический процесс. Продолжаем исторический процесс. Слушается дело о политической журналистике. От варварской интеллигенции Каткова до анатомии протеста НТВ. Слово господину Киселеву. Михаил Катков был первым политическим журналистом в России, кого озаботило создание у нас гражданского общества, то есть активных, сознательных граждан, которые понимают свой маневр в общем маневре государства. Он был сторонником правового государства, за которое мы боремся до сих пор. Этот рыцарь слова, время которого пришлось на период правления Александра II. Александр II получил блестящее образование и воспитан своим отцом Николаем I, который, умирая со смертного одра, обратился к нему со следующими словами. «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал. Оставляю тебе много трудов и забот». Вот на прошлой программе мы говорили, что какой-то он раскаивался, Николай I. Никакого раскаяния в этих словах нет. В этих словах есть уверенность, что Александр II справится, и признание того, что Россия не простой пациент, как бы сейчас сказали. Тем не менее, это был 55-й год, и Александр II взялся за великие реформы. Помещики не поддерживали освобождение крестьян. Понятно, они должны были их отдать. А дворянство, бедное дворянство, разночинцы, наоборот, торопили, давай скорее. Хотя в России не было никакой, как сейчас говорят, рыночной структуры, инфраструктуры, и страна была полностью не готова. Поэтому пришлось сделать это временно, постепенно, болезненно, ну, как всегда в России, с кровью, с жестокостью. Но, тем не менее, он обозначил этот тренд, и в 61-м году... Появился государственный акт об освобождении крестьян. Потом появились суды присяжных, потом десятки школ, десятки тысяч школ для народа, новые университеты, реформы местного самоуправления, реформы армии. В России появился броненосный флот на паровом ходу. Первые в мире скорострельные пушки, орудия, пушка Барановского. В общем, страна быстро продвигалась, но естественно, что все в ногу не могли идти. И... Плюс подавление восстаний, расширение империи, Дальний Восток был присоединен, Средняя Азия, Кавказ, ну и, конечно, польское восстание, о котором мы еще поговорим. Как обычно, в России процветала, ничего нового, коррупция, жестокость, произвол чиновников. Либеральная интеллигенция в ответ на это встала на путь терроризма, покушаясь время от времени на высших чиновников и самого царя. В результате Александра II
взорвали, убили, он истек кровью и умер. Но чтобы понять, сколь велик масштаб свершения этих великих реформ Александра II, нужно понять, что происходило в международном контексте. В 1948 году, середина 19 века, во время Парижского восстания в июне было расстреляно властью 11 тысяч человек в три дня. В Америке рабство далось дорогой ценой. Миллион человеческих жизней погибло во время войны Севера и Юга. И рабство было отменено окончательно в 1965 году, была принята 13-я поправка американской конституции. Но миллион человек, море крови. В России это произошло относительно, сравнительно, бескровно. То есть власть была достаточно творчески, инициативна и, несмотря ни на что, продвигала Россию вперед. В это же время строились дороги. Железные дороги увеличили протяженность с 800 верст до 23 тысяч. Протяженность телеграфных линий 100 тысяч верст. Колоссальный технический прогресс. Ну и в России, кроме либеральной интеллигенции, стрелявшей царя, взрывавшей, делавшей подковы и так далее, образовался и другой слой. Вот по словам философа Ивана Ильина, как это было? Постепенно сложилась и окрепла монархически лояльная русская интеллигенция. Ну, чтобы мы не думали, что все были, да, окружавшие Александра II освободители и осуществившие его реформы. Но именно эти реформы, столь блестящие, доказавшие творческие силы верно окруженного русского государя, ожесточили не передумавших республиканцев и революционеров и побудили их во что бы то ни стало искать путей к западному подражанию. Собственно, в этих условиях Михаил Никифорович Катков издавал ежедневную газету, еженедельник и ежемесячный журнал. И вот его позиция. Нет ничего нелепее вопроса о либеральных или консервативных мерах вообще, без отношения к кому-нибудь или чему-нибудь. Прежде всего требуется знать, о каком субъекте мы заботимся, и какому субъекту прилагаем меры. Политическим субъектом для нас есть, конечно, Россия. Национальная партия может желать только того, что полезно России, что ей во благо, а не того, что либерально или консервативно. Наоборот, для людей антинациональной партии хорошо то, что ослабляет Россию и ее в ее государственном составе, что вносит смуту в ее общественную жизнь. Чем хуже, тем лучше. Вот девиз этой партии. Ну и отсюда он выходит на вот эту иностранную интеллигенцию, которая подражает Западу. Здесь я хочу спросить у Максима Шевченко, насколько правомерно это деление на национальную и антинациональную партии сегодня. Пожалуйста, Максим. Мне кажется, для России это деление правомерно всегда, потому что в этом заложен нерв и суть русской истории. На самом деле русские либералы, чтобы они ни говорили, и имеют своим идеалом Петра I, царя, которого проклинала большая часть русского народа, народов России, который кровью построил некий идеал западного общества по наущению и советам своих абсолютно таких непонятно откуда взявшихся советников-проходимцев, которых у нас воспели, там, или Форта и так далее, каких-то просто мошенников, вот, которые он пытался одеть Россию в некое соответствие Западу. Этот конфликт является ключевым для русского самосознания, в том числе и сегодня. Национальная партия – это партия, которая может состоять из демократов, из государственников, из людей, которые там, не знаю, придерживаются разных взглядов, могут быть левыми или могут быть либералами. Но это партия, которая исходит из того, что естественные, здоровые силы народов России должны развиваться в соответствии с естественным ходом истории, исходя из блага, которое формируется в ходе этого развития. Антинациональная партия, подобно Петру Первому, постоянно хочет упаковать нас в какой-то иностранный мундир. Мы все время должны чему-то соответствовать. Прусскому ходу Фридриха II, голландским мечтаниям Петра, либеральным представлениям о хорошем Западе или Америке сегодня нам это осточертело. Мы хотим быть сами собой. Русские, кавказцы, татары, мы договоримся, мы построим страну, мы национальная партия. Спасибо, пожалуйста. Можно спасибо. Я задам вопрос? Пожалуйста, пожалуйста. Можно мне? Максим, либерал, да. Милюков был резким противником Петра Первого. А хранители, здесь есть нюанс. А хранители Уваров и Победоносцев Петром восхищались. Правильно, ну, не здесь надо есть строить нюансы. Эту дискуссию. Вы поймите только, зачем? Вы поймите, что значит, если вам интересно знать нюансы моей позиции, то я вообще-то противник Романовской империи.
И я считаю, что как раз русский либерализм в конце 19 века в лице Милюкова, в лице других, о которых только касается еле-еле Леонтович в своей истории русского либерализма, только начал выходить на народные пути. Да. На народные пути. Но пусть это Максим, не произошло. Максим, это превышение точности уже. Да, пожалуйста. Так, секунду, секунду. Значит, у меня есть некоторые замечания. Значит, они состоят в следующем. Во-первых, действительно, как правильно сказал Андрей Леонидович, Петр I вовсе не кумир русских либералов. Абсолютно. Никогда им не был. Второе. То, что русские либералы, либеральная интеллигенция убила Александра II. Здрасте. Я всегда считал, что Александра II убили Просаков и Гриневицкий, а не русская либеральная интеллигенция. В-третьих, и это очень важно. Вы сказали, Дима, гражданское общество, это когда, это то, чего хотел Катков, по вашему мнению, гражданское общество, это когда каждый понимает свой маневр в общем маневре государства. Это не гражданское общество, это прусская армия. Вы что-то путаете. Это неверно. Общество, общество, это не когда каждый понимает свой маневр в государственном маневре. Это ложное толкование. Это совсем другое. Да. Продолжим. Это вот типичный пример упрощения, о котором вот говорил Максим. Упрощения, да? Значит, теперь, с вашего позволения, продолжу. Это Катков... сознательное граждане, это сознательное... Да, сказать, да, 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 да. Маневр сознательность, вот что это такое, конечно. Ваше дело гражданского общества. Да. После короткого перерыва мы продолжим исторический процесс. Продолжаем исторический процесс. Слушается дело о политической журналистике. От варварской интеллигенции Каткова до анатомии протеста НТВ. Слово господину Киселеву. Итак, мы продолжаем опрос наших свидетелей. Правда, здесь только что мне приписали некую приверженность идеалам прусской армии. Я вообще не мыслю армейскими категориями, но продолжим. Вот самая знаменитая, собственно, цитата Каткова, которая послужила толчком для нашей программы. Наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русскую, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Никакая истинно европейская дипломатия не поставит себе задачи и служить проводником чужих интересов в делах своей страны. Наше варварство заключается не в необразованности наших народных масс. Нет, наше варварство в нашей иностранной, у Каткова курсивом, интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках. Вот мой вопрос Виталию Третьякову. А в чем природа, может быть, даже этого иностранного варварства нашей иностранной интеллигенции? Пожалуйста, Виталий. Ну, природа давно описана, есть слово, введенное Достоевским, вернее, есть литературный герой Достоевского, и, соответственно, производное от его фамилии слово, которое все это объясняет. Это Смердяков и Смердяковщина. Смердяков, как известно, говорил, и это подход, к сожалению, русских либералов, точнее, я выражался, русских либералов по самоназванию либералов, к народам нашей страны. Что говорил Смердяков? Жалко, что умная нация, то есть Бонапарт, французы, не завоевал глупую нацию, то есть русских. Со времен, по крайней мере, включения действительно Польши и польской шляхты в состав Российской империи, а польской шляхты в состав российского дворянства, вот это отношение к Западу как к вечному образцу, оно стало просто расхожим. Это, кстати, самая актуальная катковская цитата на сегодняшний день. И я хочу заметить, что русские либералы сегодняшние, те, кто себя так называет, они плохо знают и историю, и теорию русского либерализма. О чем нам сейчас Николай Карлович сам сказал, сам того не подозревая. Он сказал, что современные либералы никогда Петра Великого не считали своим символом. И это не их любимый герой. Вы так сказали, Николай Карлович? Да, я так сказал. А Егор Тимурович Гайдар – это современный либерал, образец современного либерала нашего отечества, ну, покойный. Продолжайте, Виталий Львович.
Ну, это да, не отрицаете. Несомненно. Егор Тимурович Гайдар – это исключительно уважаемый мною человек. Что дальше? Дальше то, что в 1993 году была создана либеральная русская современная партия «Демократический выбор России». Во главе стоял Егор Гайдар. И они выбрали медного всадника, памятник Петру Первому, символ своей партии. Пока им Алексей Алексеевич Карамурза, честнейший человек и умнейший, действительно либерал, не сказал: ребята, вы что? Это же человек, который не либерал во всех своих проявлениях. И только тогда убрали Петра Великого. Медный всадник – это один из эстетических символов России. Не имеющий отношения к Петру Первому. Имеет, я обожаю. Но как доказательство, я вас умоляю. Так, можно вопрос задать? Петр Первый. Петр Первый. Так, прошу прощения, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Можно я задам вопрос? Да, сейчас та сторона. Сейчас та сторона. Немецкий или по-французски? Сейчас та сторона. Только не по-русски. Дайте мне вопрос. Да, прошу. Короткий вопрос. А вот какой эстетики, Виталий Петрович, вот то, что у нас сейчас вот этот монстр, смесь из царского герба и советского совкового гимна, это принадлежит те, кто это придумал и утвердил. Это каким взглядом они должны придерживаться? Не, вот это адская смесь. Сейчас упрекнули Гайдара в медном саде. Вот эта монструозная смесь царского герба с советским... К Петру на стрелке тоже либералы поставили. Да, есть вопрос, есть ответ. Давайте. Я, в принципе, не люблю вообще вступать в дискуссию с людьми, которые употребляют по отношению к моей родине слово «совок», даже по отношению к одному ее этапу. Но, в том-то и есть мои... Родина России или совок? В том-то и есть мои претензии к современным квази-либералам, живущим в России, что они не любят историю своего отечества в целом. Они выбирают отдельные любимые кусочки, отдельных любимых персонажей. Послушайте, как мне на самом деле, как мне надоело вот это лютое вранье и ненависть по отношению к либералам, которым инкриминируются все грехи на свете. Включая педофилию. Вы привели эту цитату Катков знаменитую. Да, Катков наезжал дико на реформу Александра II, на крестьянскую, на судебную. Он занимал самостоятельную позицию. За этими реформами враги. Началась он говорил, что либеральная интеллигенция... Да. Он говорил, что либеральная интеллигенция, II, дайте мне договорить, который написал митрополит Филарет, стояли люди, которые пренебрегли всеми чаяниями русского дворянства и крестьянства. Он говорил, что либеральная интеллигенция любит Запад и готова отдать ему самое дорогое. Самое дорогое для Каткова – это самодержавие. Да ладно. Да. Человеком своего Катков ненавидел либеральную интеллигенцию за то, что она хотела для России свободы. Полностью. Мне не нравится половина путинских... Она не свободы хотела, а нравится вам Путин или нет. К анатомии протеста уже можно вернуться от Каткова. К лжи, анатомии протеста и поговорить об этом. Перейдем. Дайте ответить. Могу, я скажу еще три фразы. Николай Карлович, да. К вам вопросы. Вы мне будете вопросы? Прошу. Если можно. Прошу. В нашем свободном обществе. Да. Владимир Членин. Какая его любимая книга? «Что делать Чернышевского?» Ну и что? Это та книга, которую сильнее всего критиковал Катков. Ну и что? Так все русское революционное движение, в том числе террористическое, выросло из этой книги. Вы то любите Каткова, выстраиваете какие-то хитрые построения. Ленин, Катков, Катковская. Катковский консерватизм не позволил реформировать Россию и привел к массовому террору. Прямая ложь. Катков был сторонником реформы Александра II на первом этапе. На первом, и поддерживал. Да. А вы говорите, что он наоборот или реформа? А потом зачем вы врете тогда? Зачем вы занимаетесь этим передергиванием, наглым и грязным? Два слова. Во-первых, реформа 61-го года была сделана вопреки всем проектам, которые подавало русское дворянство
и русский купеческий класс. Ну что? Вопреки. Она была абсолютно либеральна и антинародна по своей сути. Потому что либеральна она... и антинародна, мне нравится. В этом и дело. Ага. Она крестьян не освобождала. Она... Хорошо. Она обергала крестьян в полную зависимость. Ретроградна и народна, либеральна и антинародна. Да, так и было. Продолжим. Она была либеральна и антинародная, эта реформа. Как она была осуществлена? Это чаще всего синоним. Да, спасибо. Я продолжу опрос своих свидетельств. Для того, чтобы понять вот эту вот оппозиционность Каткова, неудобность его для власти. Да нужно... абсолютная удобность. Он обожал государя-императора, император его. Какая же неудобность, ты, Господи, можно вылизывать начальство и быть ему неудобным? Ну, мы здесь уже сталкивались с сложными толкованиями и интерпретациями, да? Я позволю просто сослаться на первоисточник, да? Мы уже говорили, что... конфликт, его несколько раз хотели арестовать. Мы уже говорили, что, здесь Николай Карлович говорил, что Катков оправдывал ложь, конечно же, этого не было, а идеологическое, концептуальное оправдание лжи, как оружие, это, конечно же, Нечаевщина, да, Сергей Нечаев, и вот вся эта либеральная история. Катков довел ложь, до как ресурс революции, как оружие. Так вот, что пишет Розанов, да, о характере оппозиционности Каткова. В Петербурге это подтверждение того, что Катков вот сделал эту четвертую власть самостоятельную, а именно во властных сферах, в кавычках, боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России, боялись в себе эгоизма, своей корысти и того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза и разящего слова. На Страстном бульваре, где была его редакция, в Москве, была установлена как бы инспекция Всероссийской службы. И этой инспекции все боялись, естественно, все ее смущались и ненавидели, клеветали на нее. И вот мой вопрос здесь Павлу Данилину. Вот мы говорили о маневре и так далее. Гражданственность в большом государстве и в маленьком. Есть ли различия? Ну, конечно же, есть различия. Одно дело, там, гражданское общество в какой-нибудь Эстонии маленькое, где все друг друга знают, и другое дело в нашей стране, где такое большое количество интересов. Все же, да, я хочу сказать про якобы лизоблюдство нашего главного героя. Катков вошел в жесточайший конфликт с министром внутренних дел Валуевым. По поводу того, что Валуев поддерживал польскую шляхту и за счет там финансов своего ведомства, в том числе, финансировал и шла полонизация сознания здесь, да? Да, это безусловно, про это тоже скажу. Да. И Катков постоянно писал статьи, критикующие министра. Постоянно. Он несколько раз находился на грани ареста. А царь? Несколько раз находился на грани ареста. А царь? И Катков, начальник-то кто, Валуев был или царь? Смог спастись от этого ареста только из-за того, что общество, гражданское общество, о котором мы как раз сейчас и говорим, массово направляло письма царю. И именно царь заступился за Каткова тогда. Заступился перед министром. Вот о том и вы можете речь. Войти в такой конфликт, жесткий конфликт с министром, сейчас представить министра внутренних дел? Это трудно представить себе того, что тогда происходило. Это вам трудно. А этот министр это вам трудно являлся правда. Абсолютно либеральным агентом, потому что занимался антинациональными вещами, потому что он занимался полонизацией украинских земель, против которых, естественно, резко выступал Катков. Он выступал как и против украинизации, так и против полонизации. Конечно, он выступал за русских. Это не всем нравилось, да, потому что громадная либеральная тусовка в нашем Петербурге в то время занималась совсем другим. Как только началось восстание, петербургская интеллигенция сразу выступила с идеями поддержать польское восстание. Но это пораженческая позиция всегда характерна нашей интеллигенции. Да, да, да. В 1914 году было то же самое, в 1914. Можно я к портрету Каткова добавлю только один штрих? Я могу добавить, что главный герой великого романа Лескова «Некуда», швейцарец Рейнар, да. Он, значит, это трагическая личность, которая присягает польским повстанцам, потом расстреляна, да. Это любимейший герой Лескова, на самом деле, который любит Лизу Бахареву. Время. Этот роман издан Катковым. Да, вот у меня... Да, спасибо. Важнейшая фигура. Время. У Михаила Никифоровича Каткова был товарищ и единомышленник, Константин Петрович Победоносцев. Обер-прокурор Синода. Победоносцев был таким главным по духовности человеком в России, примерно как потом при советской власти Михаил Андреевич Суслов. Даже внешне похоже. В начале 20 века с тяжелым, мракобесным наследием
этого человека вели упорную борьбу два великих русских государственных деятеля. Сергей Ильич Витте и Петр Аркадьевич Столыпин. Ничего на самом деле не смогли сделать. В конечном счете Победоносцев победил. Вот Победоносцев о Каткове, приведу еще одну цитату, говорил. «Умный, четкий, к истинным русским интересам и к твердым охранительным началам. В качестве журналиста он оказал драгоценные услуги России и правительству в трудные времена». Вот у меня вопрос к Виталию Тойовичу Третьякову, я не успел его задать. Виталий Тойович, вот вам не кажется, исходя из нашего опыта, что оказывать услуги правительству – это не главная задача журналиста, потому что Россия и правительство – это не одно и то же? Нет? Ну, вопрос, извините, банален в простоте своей. Ну, ответьте тогда. Ответ очевиден. Да. Конечно, нет. Конечно, нет. И Катков не был такой простой и такой идеальной фигурой, как иногда может показаться кому-то из нашей дискуссии. Процитированные вами в начале... Это его... фальсификация. Процитированные вами в начале его статья относительно... это статья о партийных, о политических журналистах, в скобках там, о Конституции России. Она какая-то детская. Он доказывает там, что в Западной Европе каждая газета... принадлежит какой-то партии, является партийным органом. Вы, если можно, на вопрос ответьте, Виталий Тойович. Я уже ответил нет. Нет. На вопрос. То есть правительство и Россия – это разные вещи? Ну, естественно. То есть для того, чтобы служить России, не обязательно служить правительству? Вы согласны с этим? Ну, не обязательно служить государю? Что хотите, правильно? Хотите от меня другой ответ получить? Нет. Меня интересует именно ваше мнение. Значит. Я сказал нет. Хорошо. Спасибо. От исторических параллелей мы переходим ко дню сегодняшнему. Слово господину Сванидзе. У нас сейчас заходит новый гость. Андрей Алексеевич Нечаев, доктор экономических наук, президент Банка Российской финансовой корпорации. Он заменяет Андрея Леонидовича Зорина, который не нашел в себе силы посмотреть фильм «Анатомия протеста», поэтому на второй части нашей программы ему будет неинтересно. Итак, фильм «Анатомия протеста» был показан на одном из главных федеральных телеканалов дважды. Первый раз планово, второй раз по просьбам телезрителей. Эти просьбы вполне объяснимы. Если, скажем, очень дешевую, но жесткую порнуху показывать по большому каналу в прайм-тайм с хорошими анонсами, будут просьбы о повторе, гарантированно. Я не собираюсь сегодня разбирать это произведение. Техника изготовления такой продукции проста, незамысловата и дешева. В сети известны фирмы, которые этим занимаются. Можно сделать за скромную денежку фильм, передачу, который будет доказывать все, что угодно, что внутри земного шара есть другой шар, значительно больше внешнего по размеру, что миром правят маленькие зеленые человечки. Эксперты это подтвердят, все будет в порядке. Сейчас в интернете висит очень забавный фильм, как раз по такого рода, снятый как раз точно по лекалам анатомии протеста, сделанный журналистом Филиппом Дзятко. Никаких чудес. Все элементарно. Можно даже обойтись без такой грубой подставы, которая имела место с главным редактором журнала «Эксперт» Валерием Фадеевым, человеком очень далеким от оппозиции, который давал интервью совершенно для другой программы, а потом с изумлением обнаружил себя в фильме «Анатомия протеста» в контексте и в компании, на которую он явно не рассчитывал. Меня здесь вообще интересует другое. Зачем? Зачем? Владимир Владимирович Путин уже избран президентом. Все уже вроде бы позади. Вот боевой клич «Погнали наших городских» он уже не ко времени. Казалось бы, надо как-то совокупнее надо, товарищи, надо соборнее как-то, вместе. Но как, когда так хочется мочить этих либеральных бандерлогов? Трудно совокупнее это. В нашей стране, в России, сейчас очень хорошо делать деньги. Вот если ты в своем государственном высоком кабинете, сидишь на трубе или на откатах, ты живешь совершенно особой жизнью, ты деньги тратишь не здесь, потому что здесь дорого, небезопасно, ненадежно, климат плохой, нет. И недвижимость у тебя не здесь, а где-то далеко на враждебном Западе, и дети твои учатся там же, и деньги шальные, немеренные, высосанные из трубы, тоже идут туда. И перемены тебе никакие не нужны, потому что нафиг тебе нужны перемены, когда и так все зашибись. И вот ты патриот, исходя из логики наших оппонентов.
А те, кто требуют, те, кто требуют перемен, потому что не хотят жить в такой стране. И ведь уезжать мерзавцы никуда не хотят. А они хотят изменить эту страну. Вот они не патриоты, они враги. И они мутят воду на деньги Госдепа США. И разговор с ними должен быть короткий. Их надо поливать жидким дерьмом, пока они не научатся любить родину. У меня вопрос к моим гостям, к Андрею Алексеевичу Нечаеву. Андрей Алексеевич, вот шеф жандармов граф Бенкендорф во времена несколько более ранние, чем те, которые мы рассматривали в первой части программы, он отечески вразумлял близкого друга и однокашника Пушкина, барона Дельвига. Говорил ему: законы, друг дорогой, пишутся в России не для подчиненных, а для начальства. Вот извините, не для начальства, а для подчиненных, я говорил. И только для подчиненных. Прошло 200 лет. Вот Генпрокуратура представила на этой неделе в Думу сведения, что у нас за прошлый год коррупционные преступления выросли на 40%. А число доведенных до суда таких преступлений снизилось. Вот вы не считаете, что сегодня именно проблема беззакония больше всего волнует людей, стоящих на разных ступенях социальной лестницы, и кого-то из них выводят на улицу? Безусловно, так, беззаконие. И, к сожалению, фразу Бенкендорфа можно в полной мере отнести к нашему времени, потому что наша власть живет по очень странному принципу. Для своих все, для остальных закон. И поэтому у нас в последнее время появилось огромное количество миллиардеров из числа бывших сотрудников известных органов, из числа бывших членов известного кооператива, из числа сотрудников Петербургской мэрии, безобразных дзюдоистов, можно мне договорить, да. И так далее. Это все вот для своих, довольно небольшого круга, все для остальных закон. Вы, уважаемые коллеги, всерьез считаете, что сейчас в Казани протестуют люди после того, как человека изнасиловали, пытали и убили на деньги Госдепа? Это там либералы на деньги Госдепа сейчас протестуют? Нет, люди выходят на улицу, потому что нарушаются их элементарные права. Потому что в стране царит беспредел, потому что МВД у нас превратилось в организацию, не защищающую общество, а опасную для общества. И Николай Карлович назвал рост, он не назвал абсолютные цифры. Генпрокуратура, а мы с вами знаем, как работает наша генпрокуратура, она выявила в прошлом году 312 тысяч коррупционных преступлений. Значит, можно только догадоваться. Тему можно определить. Мы о чем? Сколько не... Мы о самом главном, Дим. Сколько не выявлено. Такая программа есть. Да. Да, нет, я отвечаю на вопрос, почему люди выходят на улицы. Будет позволить так. Нет, можно договорить, или вы будете базарить? Почему люди выходят на улицы? Почему их реально переполняет чувство протеста? И никакая защита интересов какого-то там чужого государства есть абсолютно ни при чем. Эти люди хотят, чтобы в нашей стране было нормально жить. Это о тех, против кого направлен фильм, который вы защищаете. Прошу. О фильме было вообще ни слова. Здесь не сказано. Первое, да? Вот. А что о нем говорить? Второе. Нет, говорили совершенно другую тему. Что о нем говорить? Андрей Алексеевич повторил типичную ошибку школьного сочинения. Не раскрытие темы. То есть на другую тему. А у нас не школа. Да, я согласен. У нас не школа, Дима. Мы говорим о политической журналистике. Да? И мы не сочинение пишем. Нет, все что угодно. Можно все что угодно, просто это не по теме. Краткое резюме моего выступления. Этот фильм про то, что люди якобы выходят на акции протеста почему-то на учение и за деньги. Я вам объяснил, почему выходят на акции протеста. Это отдельная история. В этом фильме показали конкретных людей, которые конкретно выходили за деньги. О Казани речи здесь не было, понимаете? Это совершенно другая история. Пожалуйста. Значит, начнем с этого фильма. Этот фильм мне предельно не нравится. О! Этот фильм мне предельно не нравится. Ну так замечательно, идите сюда. Но! Вы сейчас выступаете, вы выступаете как полицейские охранители. Мы? Когда вас пинают.
даже неправильно пинают, не по правилам, вам не нравится. А когда вы пинаете, как угодно, это хорошо, это нормально. Понимаете? Я считаю, вот моя позиция, что так просто... Так вы защищаете этот фильм или другого. Нет? Я считаю, что в России должна быть отменена 282-я статья, должна быть абсолютная свобода слова. Вот Дима хочет, чтобы вы про них защищаете фильм. Я за то, чтобы на страницах «Новой газеты» были любые статьи, самые клеветнические, и я хочу иметь право полемизировать. Мы вас не печатаем, откуда у нас клеветнические статьи? Мы вас хотим печатать, потому что мы за свободу слова. Поэтому вопрос в следующем. Теперь, что касается демонстрации. Кроме того, что вы против фильма и за клеветнические статьи, больше ничего не понял. Да, я согласен с господином Нечаевым в чем. Ельцинизм – это главное преступление, совершенное нашей страны. О, я ждал этого. А его министры – это преступники, которые сядут на скамью подсудимых. Так, я хочу сказать, что рано или поздно, все деятели, когда коррупция на 40%, это при Ельцине, они породили массовые убийства людей, они развязали бой в Чечне. Они военные преступники. У нас не митинг. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Да, просто чтобы было понятно, здесь джентльмены не защищают. Следующий вопрос. Мы против грязных методов политической журналистики. Я ну в студию. Да, хорошо. Нельзя уточнить, что из ельцинских министров сейчас в правительстве работает один господин Шойгу, который при этом является руководителем партии «Единая Россия». 90-х годов преступники. Согласны? Вот вам мнение народа. Господин Шевченко, мне очень нравится, когда воруют, а вы говорите, давайте казнить ельцинских министров. Это порождено те, кого вы хотите, Вы против того, чтобы воровать. Обсуждать наши оппоненты. А у меня совершенно нет такого желания, потому что я не вижу предмета обсуждения. Так вот, эта продукция оказывает развращающее воздействие и на общество, и на власть, и на журналистский цех. Да. Я вам хочу сказать, что слова НТВ «Сурковская пропаганда» стали комплиментом после того, как показали этот фильм. А это первое. Второе. Люди вышли на площадь не по тем мотивам, которые показаны там. Потому что тогда надо признать, что заповедь «Не укради» проплачена Газдепом через Навального и там, допустим, «Новую газету». А люди вышли, чтобы не украли их голоса. Люди вышли, чтобы не воровали даже в государственных интересах. Почему можно воровать в государственных интересах? Что это за такая должность? Вор, но государственник. Все это неправда. Дима, это покойный Ельцин ворует. Значит, вот смотрите. Я писал свои заметки в редакции. Знаете, что это такое? Это участок номер 3377, так называемый дополнительный участок на последних выборах. Его сделали параллельным вместо участка, совместно с участком, который был в роддоме на улице Дундича. Перенесли его за 21 километр от этих роженец, поскольку им не хватало там времени проголосовать. Рядом с шаурмой. Здесь не было ни одного человека за сутки, но проголосовало 1033 человека. Вот против чего вышли люди. Вот против чего они вышли. Я вам больше того скажу. Через их Думу и через их Общественную палату заповедь «Не укради» в третьем чтении не пройдет. Там напишут, можно воровать, если это в интересах государства. Вот зачем вышли эти люди. Они, эти талантливые молодые люди, вышли создать не политическое пространство правды. Они хотят этики в стране. Они хотят помнить не только вторую часть из фильма «Белое солнце пустыни». Помните, у нас все цитируют Луспекаева, мне за державу обидно. Вспомните, ребята, первую часть этой фразы, которую они забыли. Звучит она так. «Я мзды не беру, запятая, мне за державу обидно». Эти люди вышли на площадь за свою страну. И они не валят из России.
Пришло время валить в Россию и делать нашу страну приличной. Спасибо. Прошу. Я бы хотел... Сейчас, сейчас, Максим, да, Павел, да? Максим, да. Кто-то возражает, что ли? Я вот не понимаю, да. Того, что ты сказал. Да, никто не возражает. Кстати, в фильме, сказано, что большинство людей вышло с искренним желанием, да? И некое меньшинство... Это в фильме сказано, черным по белому. Но некоторым платили деньги. Показали некоторых, вот и все. Но в фильме это сказано. Только некоторых, два раза подряд. Одну секундочку, там сказано. И без титров, ваш Катков все свои статьи подписывал. Заметьте, у Каткова нет ни одной не подписанной. Здесь ладно. Фильм без титров. Хорошо. Так мерзавцы скрываются. Мы не защищаем этот фильм. Мы против. А что же вы делаете? А что же вы делаете, Дима? Вы именно что защищаете? Нет, мы не защищаем. Мы против грязной журналистики. Сказали. Сколько фильмов, о которых публика так говорит? Сколько этих фильмов? А может, нет. Сейчас наши две минуты. Павлу ответить. Сейчас наши две минуты ответить Павлу. Пожалуйста, Павел. Хочу защитить этот фильм. Я сам в нем снимался. Да, мы заметили. Я дал комментарий. И в этом фильме, на самом деле, практически все правда. Все можно подтвердить. Все правда. Не стесняйтесь. Все можно подтвердить. Вот, например, там сразу начали подвергать критике, что якобы у Навального нет телохранителей. Нет телохранителей у Навального? Покажите тогда. Фотографии. Давайте посмотрим фотографии. Просто. Да, если просто смотрите вы, я не хочу фотографии. Этот фильм смотреть. А почему вам не хочется? Потому что этот видели? Потому что я не хочу. Вы видели сотый раз вообще смотреть фальшивку? Или... Да, я его видел. Не читал, но взял скажу на себя труд и смотрел. Не читал, но скажу. Сравнили НТВ с Пастернаком. Навальным. Да, это Живаго. А НТВ. Знакомый. Вот телохранитель Навального. Их опубликовал. Давайте покажем их дальше. Вот. Вы показываете. Показывайте. Вам нравится, вы там снимались. Показывайте. Доказательство. Доказательство. Просто это доказательство. Есть правда. Снимайте. Еще раз. Давайте, одиннадцатый раз. Имеет доказательство. Вот. Что люди дальше вышли дальше в знак вот протеста. Справа сейчас есть знак протеста. Находится охранник. Дальше. Нет, но есть и конкретные факты. Имейте мужество признать. Вы за что там боролись, участники? Это очередной пример упрощения. Продолжу вопросы. Есть. Да, пожалуйста. Что касается спасибо кристальной честности Дмитрия Муратова, так я хочу сказать, Дмитрий, вы же меня оклеветали. Спасибо. В своей газете. Вас невозможно оклеветать. Вы написали. Мы написали вы мало. Вы написали в своей газете надо про то, что Сталин эффективный менеджер. А так, потом начали прописывать это учебнику моему. Ваши отношения с вы Муратовым. Вы набрали, а потом начали бегать по Медведевым и Путиным и кричать, что Сталин эффективный менеджер. Знаете, вы солгали, а потом свою ложь приписали нам. Все, спасибо. Так, можно я... Кто тебя придурок? Спасибо. Учебника кто бегал с Путину? Вы соврали. Я бегал Путину. Я бегал Путину. Спасибо. Я бегал Путину. Да, пожалуйста, покажи пожалуйста, мне вот беговую дорожку, милый. Коля. Так, все, спасибо. Коля, пожалуйста. Так, все, вопрос я задаю. Все, прошу вас. Вопрос задаю, спокойно. Не извинились. Будем корректны. Спокойно задаю вопрос. Спасибо. Так, Андрей, Васильев, вот ты мне скажи, дорогой мой. А вы, мы на вы здесь, да. Вы скажите мне, Андрей. Вы этот фильм смотрели? Да. Реально, правда? Да. Посмотрели? Я смотрел, реально смотрел вчера. Ну что, вот, я так бы его, конечно, не смотрел, потому что я государственный не смотрю уже давно. Но тут специально ради вас, Николай, я пошел. Спасибо, я ценю. Вот. Ну. Значит, я хочу сказать, я хочу этот фильм защитить. Я действительно хочу защитить этот фильм не только потому, что если Шевченко за, то я против. Такой мотив тоже есть. А я за. Нет, я действительно, я подумал, я же, в общем-то, довольно долго там, так сказать, в журналистике, там, скажем, вот, 82-го года работал в советской и в антисоветской. И больше того, даже начальником программы «Время» был, возглавлял там в 97-м году. В общем, я примерно представляю, как это делалось. Там, на самом деле, начальником НТВшным заказали фильм, чтобы хотя бы защитить все эти обвинения в каруселях, в этих самых, ну, в нарушениях закона со стороны штаба Путина, скажем так. Ну, естественно, сроков почти нет. Сроки там к четвергу. Значит, ребята, сделайте фильм. Ребята подумали, что все равно мы развенчать эти все нарушения не сможем, потому что это невозможно, очень трудно. И даже если возможно, то очень долго. И они сделали, ну, то, что сказали, они отказать не могли, и начальники не могли в Кремле отказать, и эти подчиненные начальникам. И они сделали, вот за что я им очень благодарен, такую жуткую шнягу, в которую не может поверить ни один человек хотя бы с одной извилиной. А когда начальники, которые не глупые люди, получили эту шлягу, у них не было времени переделывать, потому что они обещали в Кремле, что в четверг уже выйдет. И пришлось ставить эту фуфло в эфир. И поэтому я совершенно... разговаривать уже три недели. Пример анатомии протеста. Только что господин Васильев сказал, что штаб... Нет, только что он сказал, что Васильев сказал, что штаб Путина организовал
организовывал карусели. Ну... Чего вы не возмущаетесь? Вы готовы доказать? Вы готовы доказать, что Станислав Говорухин, начальник штаба Путина, организовал карусели? Вы лжете, если вы не докажете, Максим, что вы лжец и Максим. Максим, И анонимный, кстати, не могло выйти на таком уважаемом канале, как НТВ. Ну, это как редакционная статья без подписи. Развели кремлевских ребят. А я за свободу слова. Можно говорить все. Вот Бен Василию можно лгать, другим можно лгать. Я за свободу слова. Поэтому вы решили сейчас вступить на Васильева, да? Не, но он сказал, что Путина организовал карусели. Это ложь очевидная. Прошу вас. Ваш может лгать. Лгите. Я за вашу свободу. Максим, откройте нам глаза. Скажите правду, наконец. Кто организовал карусели в пользу Путина на выборах? Конечно, штаб Путина. Нет, не Говорухин. Вы утверждаете, что штаб Путина. Ну откройте. Ну откройте. Это провокация была. Ищите. Ищите. Карусели были. Вбросы кто это были. Сделал? Фальсификацию это сделал. Ваша Говорухин не организовал. Наше время. Нет, вы ближе, если можно, сделал. Позвольте ответить Андрею Васильеву. Да? Сейчас, да, пожалуйста, если у вас Я могу ответить, кто организовал карусели. Если они были организованы в пользу Путина или в декабре в пользу «Единой России». Недавно на одном из федеральных каналов показывался не этот фильм, довольно посредственный, в общем-то, у меня он особого интереса не вызвал, я даже не понимаю, почему ажиотаж. А фильм «Американский Канзас-Сити», речь идет о 30-х годах прошлого века в Америке, и там американские бизнесмены и политики устраивают карусели, так и называются этим словом. То есть это американцы устроили карусели, да? Сейчас. Ну, я правильно вас понимаю? Николай, извините. Ребогу. Я услышал слово «Америка» и сразу просто понял, к чему вы ведете. Гадков не имеет к этому никакого отношения. А американские избирательные технологии, перенесенные нашими западниками в 90-е годы. При Ельцине. Ну, конечно. Вам рассказать конкретный случай? Да, конечно. При Ельцине. Николай Карлович. Да. Можно рассказывать конкретный случай? 96-й год, лето, выборы президента. Мы сейчас это обсуждаем? Вот можно узнать? Когда им неинтересно, не важно. Кто придумал карусели? Речь идет о каруселях. Нам приводят пример 96-й год и Америку. Да. Замечательно. Выборы 12-го года были нечестными, потому что в 30-й год в Америке... Потому что в 96-м году вы украли победу у КПРФ. Точка. Все. Поэтому. Максим, все плохо. Ну, скажите это Геннадию Андреевичу Зюганову. Николай, он с этим не соглашался. Дайте договорить. Будем и дальше. Дайте договорить. Вы есть главный вор страны. Дайте договорить. Сейчас победу нарисовали. Дайте договорить. Чудно. Нет, ну там придет речь про 96-й год и про Америку. Вы ее отцы. Мы же послушали. Все, да? Продолжать. Послушали Андрея Нечаева. Что? Только что нам доказывали, что все зло в современной России от Каткова. Все зло от Америки и от Ельцина. Да. То есть правильно. 150 правильно. Лет назад... Ворует сейчас Америка и Ельцина. Да. Теперь, можно я вам расскажу конкретно... Вот, дорогие друзья, кто у нас сейчас ворует? Это Ельцин, Борис Ильич, и Америка. Нет, что касается Америки... Спасибо. У вас для русских либералов свобода слова. Есть такое понятие? Нет. Вот. Интеллигентность... Свобода слова никогда не говорят. Рассказываю. Если для вас пример свободы слова это этот фильм... Вот дайте сказать. Я вообще этот фильм посмотрел только в связи с тем, что меня пригласили на эту передачу. Пример свободы слова это показать его и опровергнуть его. 96-й год. Лето, перед вторым туром выборов президентских, мне звонит тогда главный редактор независимой газеты Борис Абрамович Березовский и говорит... Главным редактором был? Нет, главным редактором был. Это вы были! А вы не Березовский. Это вы были главным редактором. А вы не Березовский, нет. Олег, но если вы не знаете место Каткова в русской журналистике, хоть знаете поближе, кто к вам. Что вы мне... Итак, звонит Березовский. Вы не обижайтесь за Березовского. Все в порядке. Хорошо у вас. Николай Тихова. Главный редактор. А вы зам главного редактора. Дайте договорить. Хорошо. Вы не были главным редактором. Все, господин. Господин Васильев. Либералы-террористы. Дайте сказать. Я вам руку не подал.
Ну, а вы никогда не подавали. Правильно делают. Итак, Виталий Петрович, продолжайте, прошу вас. Я буду стоять на страже свободы слова. Ради бога. Да. Он мне звонит и говорит, послушай, сейчас тебе позвонит Жора Саттаров. Жора Саттаров, либерал у нас или кто? Вы сейчас все хотите замазать, я никак не понимаю. Итак, он тебе пришлет текст, который аналитический. Пожалуйста, поставь его в номер. Жора присылает текст. Георгий Александрович Саттаров, либерал известный, против карусели всегда выступал. Потом. Вот. И там текст, что коммунисты, если только захватят власть, у них черные списки. Если можно списки. Только сжато, Виталий Тович, а то у меня сложно будет защищать свободу. Да, сжато. И вы так не перебиваете, и все будет сжато. И к митингам. Да. Так же заканчивай, скорее. Такой текст. Потом звонит Анатолий Борисович Чубайс, тоже большой. Виталий Петрович, поставьте, Сатаров, пожалуйста, так. Текст. Я вам факты говорю, спросите их. Вот, я читаю, там все это расписано. Поскольку текст от аналитической группы, короче, я его ставлю по просьбе этих товарищей. Плохо совершил электро... Я не верю своим глазам. Вот. Вы главный видок. Итак, Творец газеты, не дай бог, но помолчите хоть чуть-чуть. Через два дня. Мы открываем ужасные вещи, что по звонку Чубайса и независимый журналист, независимой газете, вставил страшные средства. Дайте договорить. Виталий, завершите, завершающие мысли, потому что иначе... Я буду защищать вас до последнего, договаривать. Через два дня показывает репортаж. Борис Николаевич Ельцин принимает прокурора генерального Скуратова с номером независимый с этим докладом и говорит, что творится? Они сейчас начнут погромы совершать, разберитесь. Коммунизм. Вот когда родилась в демократической России вся эта катавасия, все эти карусели, понял. Которые... Понял, и вы все это время таили, держали живем. Это в себе, Виталий Тович. После Спасибо. Короткого перерыва слово будет предоставлено господину Киселеву. Продолжаем исторический процесс. Слушается дело о политической журналистике. От варварской интеллигенции Каткова до анатомии протеста НТВ. Слово господину Киселеву. Наша политическая журналистика столкнулась сегодня с тремя проблемами. Первое. Что можно писать все, что угодно, без каких-либо ограничений. Такой свободы слова Россия не знала никогда. Ни в царские времена, ни в советские, ни в постсоветский период. Но свобода – это вызов. А для русских, у которых, по словам Достоевского, бездна вверху и бездна внизу – это вызов особый. Бездна вверху не всем по плечу. И возникает соблазн идти вниз по закону сохранения энергии. Так проще. И многие уходят в грязь, предлагая последовать за ними другим. Вниз идти легче для ленивых мыслью и душой. И кажется даже соблазнительным и прикольным. Вторая проблема – для политической журналистики, вам не верят. Прекрасное создание интернет. Обожаю интернет. Но, к сожалению, есть люди, которые предпочли его загадить. Немцов называет их хомячками. И вот эти хомячки оставили и нагромоздили там много своих черных шариков. Эти катышки, черные катышки, мешают там продвигаться, смердят и мешают жить в этом прекрасном пространстве общения. И поэтому они оставляют там много вранья, которое быстро неразличимо, но в то же время это вранье оказывает быстрый мобилизующий характер. И вот вам пример. Я хочу, чтобы мы послушали Немцова здесь. А вот я знаю, что уже из Чечни приехали сюда снайперы. Из Чечни приехали сюда снайперы. Ну, чистое вранье. Но всех это мобилизовало. Чеченский полк, как же так? Вот-вот-вот всем стоять, бояться, выходить и так далее. Жертвовать собой.
Отсюда и размывание границ профессии. В интернете все политики и все политические журналисты. Но при этом все друг другу не верят, потому что много лжи. Короткий радиус доверия. Гражданское общество немыслимо без доверия друг другу. Если так, то мы не очень-то к нему продвигаемся в этих черных катышках. Третья проблема. Одиночество, культивируемое социальными сетями. Лучшее доказательство здесь – это признание создателя Фейсбука Марка Цукерберга, что сейчас, когда у него стало 2 миллиона виртуальных друзей, он более одинок, чем раньше. Чтобы соотносить свои мысли с реальной Россией, надо иметь силу выйти за пределы своей референтной группы в интернете, своего интернет-племени, своего племени в Фейсбуке. Но это требует большей работы. Отсюда и уровень гражданственности. Либо вы принадлежите племени, интернет-племени, скажем, какому-то футбольному клубу, поклонникам Навального, либо кого-то еще, либо вы принадлежите России и действуете в ее интересах. Получается так, что вы либо чувствуете себя гражданином мира без границ, либо, наоборот, какой-то маленького круга. Это третья проблема – одиночество. В результате наша политическая журналистика сегодня свободна до беспредела. В ней много неточной информации, и она не обязательно имеет своей целью пользу России. Что касается фильма «Анатомия протеста». На мой взгляд, это типичный образчик современной политической журналистики. Стандарты, которые заданы превалирующим характером нашей политической журналистики, этими черными катушками, переполнившими прекрасный интернет. Информационные либерал-террористы предложили власти дуэль и при этом избрали оружие борьбы. Это мясорубка. Дуэль на мясорубках, как это предложил Остап Бендер в «12 стульях». Но когда власть взялась за свою мясорубку, то возникли вопли. Как же так? Разве можно? И соперник возмутился. А что, собственно, возмущаться? Драку заказывали? И вот как точно я хотел бы в заключение процитировать великое произведение. Остап Бендер. «А можно устроить дуэль на мясорубках? Это элегантнее». Каждое ранение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? Ну и теперь я хотел бы задать несколько вопросов своим свидетелям. Дима, извините, ради бога, можно я вас обвиню в подтасовке? Коротко. Смотрите, вы показали Немцова, который говорит, что я знаю, что безусловно ложь. Да, снайперы. Да. Но почему вы не показали Путина, который говорит, они сейчас замочат своих, легче говорить, свалят на нас. То, о чем... Тоже вранье. Не, подождите. Во-первых, это... Покажите оба. Не, одну секундочку. Легче говорить о том, чего нет. Это непродуктивно. Так что я, так сказать, еще о многом чем не сказал. О Путине тоже говорил, готов говорить. Но сейчас мы не все об этом, окей. Да? Хорошо, поэтому, продолжайте. Позвольте реплику? Позвольте, вашему длинному тезису. Ответ нет. Я вам объясню разницу. Продолжить сейчас в интернете люди делают это сами. Да, позвольте мне продолжить. А про своих свидетелей. За наши деньги. Об интернете. За наши деньги. О черных катушках в интернете мы готовы поговорить. Но с вашего позволения я продолжу опрос своих свидетелей. Вот у моего друга, либерал-западника, писателя Виктора Ерофеева, который, кстати, был доверенным лицом Прохорова. Есть книжка «Энциклопедия русской души». И вот оттуда фрагмент. Еду в метро. Вот я... Ничего личного. Еду в метро и чувствую, что мне противно эта потная сволочь. Инертная, покорная, прыщавая шваль. Хочу ли я, чтобы Россия распалась на куски, чтобы Татария отделилась от Мордовии, чтобы Волга высохла, чтобы судорога прошла по Сибири, чтобы кончился балаган? Хочу. Это у меня вопрос. К Максиму Шевченко. Ну, понятно, что это размышление литературного героя, некий, так сказать, да? Он на самом деле ваш друг? Но... Дим, он на самом деле ваш друг? Да, он мой персонально личный друг, но мы с ним... Продолжайте, пожалуйста. Остро расходимся по политическим мотивам. Я понял, продолжайте. Вот, я считаю, что наша страна и нормальные люди могут себе это позволить. Я знаю Виктора 20 лет.
мы остро, просто жестоко расходимся по этим вопросам. И понятно, что это размышление литературного героя, но в какой степени вот пример такого мировоззрения распространен сейчас в современной политической журналистике? Пожалуйста, Максим. Ну, честно говоря, ненависть и презрение к России, к ее многообразию ее народов, к их традиционным ценностям, это просто такое общее место многих так называемых либеральных публицистов нашего времени. Это, конечно, можно вспоминать Синявского с его «Россия, мать, Россия, сука», но там можно это списать на великий литературный талант по-настоящему выдающегося человека, который парадоксально как-то ставил такие вот какую-то такую вещь, хотя «Прогулки с Пушкиным» — это, наверное, самое спорное было произведение Синявского. Я тоже это вспоминаю. Но здесь могу сказать, что следующий есть момент. Распад страны — это, говорил не литературный герой. Начало 90-х — это было общее место. О покойных или хорошо, или ничего, это о тех покойных, которые не являются политиками. Можно обсуждать Сталина, Ленина, можно обсуждать Галину Старовойтову. Я помню, ее цитата звучит у меня в ушах. Лучше бы, если бы мы распались на много маленьких Швейцарий. Нам было бы гораздо лучше. Быть покойным Старовойтовой достаточно спокойно, Максим, а? Ну почему Ленина нельзя обсуждать? Вот понимаете, можно, а Старовойтова нельзя. Хорошо, давайте, кройте всех, женщин. Я не крою. Прошу. Я разве оскорбил ее как-то? Я сказал, есть люди, которые так думают. Но есть люди, которые так думают. Я разве как-то плохо сказал про Старовойтову? Я просто ее процитировал. Это позиция, о которой многие говорили. Какое отношение это имеет? Много маленьких Швейцарий. Какое отношение это имеет к политической журналистике 2012 года? Подождите, в этих Швейцариях будет следующая жизнь. В этих Швейцариях будут либеральные главные редакторы, которые будут посещать конгрессы международные, которые будут жить вместе с олигархами, как это было в начале 90-х, помните? Все будет хорошо. А вы, дорогие, будете рабами, которым будет рассказывать про то, какая у вас скоро будет демократия и как вам прибавят пенсию на 1000 или 1500 рублей. Так и будет. Наша страна, они органически ненавидят нашу страну. Последний пример. Когда недавно обсуждался список, который подавали президенту Медведеву, политзаключенных, я спросил, почему в этом списке Ольги Романовой есть адвокат, значит, есть бизнесмены, но нету трех человек, и Шмуратова, Гумерова, и Шайхутдинова, которые заявляли о том, что их пытали, их убрали. Почему? Это же простые татары, но это же не адвокаты богатые фонда Heritage, о которых надо говорить. Вот люди, пусть даже заблуждающиеся, пусть не заблуждаясь, простые люди их не интересуют. Их интересуют только те, кто связан с Западом и с его ценностями. Другие Спасибо. Для них не правозащитники. Сэкономим немножко времени, чтобы потом устроить блиц. Пожалуйста. Да. Так. У меня некоторое замечание и вопрос. Ну, замечание такое. Во-первых, вот все время пугают. Придут либералы, станете рабами. Да, так и будет. Вы да. рабы, когда Значит, пусть пошли либералы. Вообще, картинку, которую Максим нарисовал, это просто портрет нынешней власти. Сейчас вот все довольны. Вот вам еще 1000 рублей пенсии, и заткнитесь. Сейчас все довольны. Она от вас произошла. Это власть от вас произошла. Максим, вы ее родители. Максим, вы уже говорили. Можно сейчас я скажу? Сейчас слушаем внимательно. Сейчас слушаем. Можно подумать, что сейчас либералы у власти. Сейчас всем хорошо, все смеются. У власти либералы. Значит, Дим, вы сказали, что многие сейчас уходят в грязь, правильно. Это относится непосредственно к фильму, который вы даже не решаетесь защищать. Вот вы, это не моя функция. Вы стесняетесь. А я согласен, фильм что... защищает. Фильм защищает только господин Данилин. Это... Значит, но вы все время хотите, и Данилин, вы все время хотите показать лишний фрагментик. Вот такое впечатление, что вы в третий раз хотели показать этот фильм. Два раза уже показывали на другом канале. Хотите в третий раз, уже разложив на фрагменты. Давайте его, давайте его раскадрируем, чтобы студенты на журфаках его изучали. Вы предлагаете нам обсасывать и разжевывать этот продукт жизнедеятельности вашей, господин Данилин. Вы уже третью неделю говорите об этом. Этот продукт вы вашей жизнедеятельности. Вы, я вам
Я вообще считаю, что это пиар-акция либералов. Потому что, на мой взгляд, это просто заказано Немцовым и так далее. Фильм этот заказан? Конечно, потому что если бы нет фильм, они никому не были бы интересны. Вы по заказу Немцова действовали. Этот фильм просто их мистифицирует. Делает их мучениками режима, борцами. Поэтому фильм плохой. Максим, я еще раз говорю. Правильно про них не говорите. Замолчать, Максим, вы умеете? Да, умею. Спасибо. Говори. Итак, значит, на мой взгляд, если говорить об этом фильме кратко, да. Вот если перед вами лежит куча, которая определенным образом господин Данилин выглядит, и определенным образом господин Данилин пахнет, то пробовать ее господин Данилин на вкус... Это уже для гурманов. А что же вы пробуете? Я против. Что это вы пробуете? Это вы все время предлагаете. Каждые недели вы едите эту кучку. Так, нам осталось совсем мало времени. Я съел, поэтому совсем близко. У каждого не по три минуты, а по одной. По одной. И вот мой вопрос Павлу Данилину. Все мы хотим гражданское общество, но какая журналистика соответствует этому гражданскому обществу? Какая политическая? Совсем кратко. Конечно, чеканно. Честная журналистика. Никогда приходят люди, врут там, о Каткове врут, о анатомии прогресса, протесты этого врут. А просто нормальная, честная журналистика. Причем не так много нужно. Мы все знаем, есть хартия журналистов московских. Это же прекрасный документ, на самом деле. Политическая журналистика, основанная на этой хартии, была бы просто идеальной. Никто спасибо. Ее не соблюдает. Спасибо. Все, можно наврать. Спасибо, пожалуйста. Значит, у меня вопрос. Да. У меня даже не вопрос, у меня замечание к господину Данилину. Да. Кстати, о вранье. Некоторые цитаты из господина Данилина, из вашего творчества, господин Данилин. Значит, читайте, Конституция мешает нашей политической системе. Это когда вы защищали третий подряд срок Путину. Нынешние выборы не просто цитату, нынешние выборы, это про последние, не просто самые честные из проводившихся в нашей стране, без привлечения самые честные во всем мире. Безусловно. Да. Третье. Среди тех, кто захватил Дубровку, здесь шла речь о чеченцах. Среди тех, кто захватил Дубровку и среди тех, кто устроил бойню в Беслане, чеченцев было достаточно, и вряд ли это случайность. Господин Данилин, ваши слова. Не понял, вот, про что это, но спасибо. Это политическое кредо господина Данилина. О чем это вообще? А я могу дальше продолжить? Я люблю, когда меня слышали. Пожалуйста, если можно, да. Продолжайте. Значит, у Данилина есть книжка «Гламурный фашизм». Да. Есть книжка «Гламурный фашизм». И давайте мы дальше. «Гламурный фашизм» книжка, составленная из цитаты, там мне не принадлежит ни слова. Хорошо, тогда я не буду. Это не ваша книжка «Гламурный фашизм». Это книжка, составленная из цитат других. Но это ваша книжка. Конечно, это я делал. И вы там смешали вместе Аллу Ефремовну Гербер и Баркашова. Это вы сделали. Конечно, там цитаты дословно из этих людей. Вам не нравится правда? Вы против правды. Слушайте, последний вопрос, пожалуйста, Виталий Анатольевич. Смотрите, а если вот это вот теплую грязь, да, которая уже накопилась в нашей политической журналистике. Может быть, нам ее не трогать? Может быть, так ее оставить? И через долгое время там зародится какая-то жизнь, новая цивилизация, и появятся добрые существа. Что делать? Дим, в дерьме жизнь не заводится. Вот я и хочу спросить. Да, но именно, вот эти катушки-то уже наложили. Да? Вот как раз мы за чистоту. Пожалуйста. Так, ну это вопрос креационизма, это самый сложный. Из чего рождается жизнь? Много об этом можно говорить. Политической журналистики объективной быть не может. Журналисты политические животные, и они всегда на баррикадах, что мы видели и сегодня. Из грязи рождается иногда хорошее, иногда плохое. Нужно разбирать состав этой грязи. И последнее. Я так любил отечественный либерализм. Когда? Пока я не познакомился воочию с нашими либералами и с их словами о России. Спасибо. Начинаем прения сторон. Слово господину Сванидзе.
Я под занавес нашей программы хочу кое-что уточнить, начиная как раз с Михаила Каткова. Дело в том, что Катков, Михаил Никифорович, очень уважаемый, действительно, и мной человек за свой талант, он во второй половине 19 века не только сражался за самодержавие, защищая его, и искал многочисленных врагов Отечества, внешних и внутренних. Он еще занимался бизнесом. У него был медийный бизнес, газета и журнал. И он сделал имя и сделал деньги, раскрутившись на казенном патриотизме. Очень деловой был, ловкий человек. Вероятно, он был даже человеком идеи. Вот сегодня люди, которые выдают продукты жизнедеятельности, вроде фильма, который сегодня обсуждался, они заняты исключительно бизнесом. Над идеями они громко смеются и уверены, что при любой власти они будут востребованы. Главное – успевать вертеться. Слово господину Киселеву. Очень категоричное высказывание, но, значит, моя история, заготовленная под конец, актуальна. А еще она полезна для серфинга в интернете. Есть такая Шнобелевская премия. Она дается за научные достижения, ценность которых пока непонятна. Достижения есть, но не знают, куда деть. В 2000 году Шнобелевскую премию получили два психолога. Даннинг и Крюгер. Это создатель эффект Даннинга-Крюгера. Суть эффекта в том, что люди с низкой квалификацией обладают неоправданно высокой уверенностью. А источником этой уверенности как раз и является их низкая квалификация, которая не позволяет им оценить истинный собственный реальный уровень. На мой взгляд, это очень полезная штука, этот эффект Даннинга-Крюгера. Когда наткнетесь на нечто решительное и категоричное в нашей политической журналистике, то вспомните об эффекте Даннинга-Крюгера, и вам полегчает. Результаты голосования страны вы видите на своих экранах. Сегодняшнее заседание подошло к концу, а исторический процесс продолжается.